привет, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске покажу вам свою орхидею, которую вы уже знаете, мне в этом году подарили сотрудники на день рождения. Решил ее показать отдельно, так как она этого достойна. Это она в первом домашнем цветении на двух старых цветоносах. Орхидея с бледно-сиренево-розовым оттенком сорта Salinas. Название этой орхидеи голландские селекционеры дали в честь соленого розового озера, расположенного возле испанского города Торревьехи на побережье Коста-Бланки провинции Аликанте. Озеро носит название по месту его нахождения – Salinas de Торревьеха. В воде этого соленого озера растет особый вид водорослей, который и придает этот потрясающий розовый вид, вдохновившую голландских селекционеров на создание сорта Salinas. Эта орхидея, друзья, является одной из самых неприхотливых и обильно цветущих сортов. Рекомендую ее новичкам. Диаметр цветка от 8 до 10 см. Стоит моя красавица на северном окне без подсветки и, как видите, для северного окна довольно пышное цветение. Сейчас эту орхидею можно частенько встретить в продаже в сетевых магазинах. Кстати, пересадила я ее сразу и, как обычно, в кору, в горшочек на 2,5 литра. Прошло лето, и моя красота порадовала меня пышным цветением. Вы только полюбуйтесь. Ну а я, друзья, с вами ненадолго прощаюсь. Пышного цветения вашим орхидейкам. Всем удачи и пока!